Итак, всем привет! Это очередные пугалки, вернее, как очередные? Их не было где-то в районе года, а точнее месяцев, наверное, 9-8, не знаю, не помню, когда были записаны последние пугалки, я даже не помню, какая это часть. Сегодня я один, сегодня я буду пугаться соло, я надеюсь, это будет интереснее, чем когда мы бегали там втроем, и было даже непонятно, где пугаться. Сейчас я один на карте, которую я скачал вот буквально только что. Карты эти относительно свежие. Здесь ничего нельзя брать, у меня нет ни фомки, ничего. Я думаю, будет страшно. В общем, увидим. Единственное, только я не знаю, что надо будет по звуку, как вообще, насколько будет все нормально. Но мы сейчас, в принципе, это и узнаем. Карта называется... Она называется, сейчас я вам скажу. Horror Haunted House. Забыл, что значит Haunted. Надо будет потом посмотреть, что... Я не... Мам. Мне что-то это уже не нравится. Подождите, давайте я все-таки, наверное, сделаю, несмотря на то, что не очень хочу это делать, но... Все-таки надо чуть-чуть погромче, иначе, ну, будет совсем не слышно ничего. Мне не очень хочется туда идти. Но это же пугалки. That is my mother room. Мне немножко... Я играю днем. Сейчас на улице август, 24-й год. Я надеюсь, что мне не придется орать как резаному в этой серии. Очень не хотелось бы. Так, здесь закрыто. Все, то есть мы сюда вернуться не можем, это моя комната. Соответственно, суть в том, что я, видать, какая-то девочка, которая проснулась, и что-то ей явно не понравилось. Sorry, little kid, I wanted to get... Что? Что? Самое страшное, я не могу понять, а насколько звук громкий вообще. И насколько меня слышно. Ну, меня слышно, наверное, хорошо, вот звуков, наверное, не очень. Блять, я так и знал. Ой, сегодня серия без мата, постараюсь без мата, как можно меньше. Вот когда играешь вдвоем, вообще, на самом деле, половина... Половина страха, она исчезает. А вот когда играешь с кем, ну, когда с кем-то, все кажется... А можно я здесь постою, ладно? Кажется ли, кто-то где-то ходит? Стекло разбито, ванная. Короче, мы в каком-то доме, нужно понять, что происходит. Я сейчас не очень хочу это делать. Я так понимаю, нам нужно идти все-таки туда, вряд ли нам нужно идти вниз. Это было бы как-то странно, наверное, да? Еще здесь нет быстрого бега, естественно. Ну вот началось, вот, ну, понимаете, не хотел я это делать. Вот, казалось бы, ну сейчас я пишу, пугалочки, еще все будет нормально, спокойненько. Почему так даже менее страшно, чем с фонариком? Нет, ну только не говорите, что мне туда надо идти. Да, сейчас, смотрите. Ладно, я не буду сейчас пугаться, на меня кто-то выскочит. Сзади меня кто-то стоит. Да, я знаю. Сейчас кто-то пролетит. Нет, ну я не хочу, ну пожалуйста, почему я запустил это в соло? Ю мать. Все заперто, хорошо, хорошо. Так, мы обследовали все углы. Все нормально. Сейчас я спущусь вниз. Все. Что за херня? Нет, вот вы сейчас, кстати... Вам, наверное, всем сейчас весело. Всем, кто это смотрит, наверное, вам очень весело. Смешно, да? Может быть, я даже сам пересматриваю, мне это очень смешно, но... Честно говоря, я хочу выключить, и это, наверное, будут не из самых
стрёмных все-таки пугалок. Господи, на что я подписался? Вот для чего, вот скажите, вот ну зачем я сюда полез? Вот ну, ну зачем? Вот сейчас бы сидел бы, ковырялся бы со своим жигулем, я не знаю, что-то еще. Зачем я полез? Сейчас мне нужно идти на первый этаж, да? Потому что здесь как бы все закрыто, логично. Сейчас у меня кто-то свалится, да? Почему фонарь так плохо освещает? Я не могу понять. Вот что, что за проблема? Так, здесь у нас телек. Какие-то папки валяются. Мамки. Можно бутылку-то взять? Sorry, I wanted to get a mother. Чего? Как это? Где это я прочитал-то? Sorry, it's looking like but I did not go wrong. Чё ты хочешь свою маму назад? Я не хочу туда идти, честно говоря. Я даже частично рад, что ничего не открылось. Может быть, это конец карты? Как вы думаете? Может быть, это финалочка, да? Все? Все кончилось? Это был ночной кошмар, да? Ничего страшного ведь не произошло, да? Это что? Что-то не открывается, ладно. Так, ну что мы можем понять? Бить ничего мы не можем, брать ничего мы не можем. Все должно происходить по скрипту. Соответственно, я не знаю, что мне делать. Блять! Все-таки это я взять мог, я понял. Вернее, могла, получается, героиня по ходу сюжета. Мне сейчас не очень нравится здесь ходить. Я сейчас своего шага спрятался сам. Я могу приседать. А, кстати, я только сейчас понял, могу приседать, но не могу ходить быстро. Может быть, подсказка в свете, хотя... А. Знаете, я... Все понимаю, может быть, я что-то не заметил сразу, да? Здесь, конечно, закрыто. Но мне, в общем, надо идти туда. Господа, пугалки. Мать твою. А это что такое? А, это как в этом, в Астрале или где-то подобном. Я шарю. Блять, ну лучше открыть. Потому что в случае чего нужно будет... Убегать. Это похоже. Я понял, это папаша. Ну вот почему мне надо идти туда? Ну я не хочу, винный погреб какой-то. Если там сейчас побежит какая-то тварь. Блять. Блять. Нет, вот вы сейчас, наверное, смотрите, если кто смотрит, думает, ну, да он наигрывает. Что тут страшного? Гаррис... Гаррис... Вот. Если баллоны сейчас взорвутся, а я знаю, они могут, а можно как-то загородить вход туда? Что за... Ебать. Что такое?
Только... В смысле? Что? Я забрал его? Ну, господа, ну пока что это, наверное, самые такие стрёмные пугалки, которые были. Что могу сказать точно? Знаете, что самое тупое? Что сейчас он будет ходить вот там? Мне надо, чтобы он там прошел. Подождите, он же ходит по кругу, правильно? Он же по кругу ходит, значит, он должен пройти. А я уже, соответственно, должен пойти за ним. Да? Или нет? Мне вообще сейчас проползло. Пятнадцать тысяч всяких. Блять, я вспотел. Ребят, если честно, канал Wood Gaming, хоть и не самый популярный канал на YouTube, но мне кажется, вот это уже достойно небольшого респекта. Так, если. Так, если никого. Он заебался с этими телепортами, честное слово. Вот уже не смешно. Алекс, сейчас кто-то появится, да? А можно я здесь посижу? Мне как бы с трупами немножко повеселее, наверное. Ладно, все, на этом мы заканчиваем серию пугалок. Это был Гаррис Мод, это был Wood Gaming. Если кому-то понравилось это прохождение, поставьте лайк, ну и можете не ставить, хотя бы напишите что-нибудь. Мне было реально страшно, у меня протек от пота просто пиздец, как серия получилась, к сожалению, не без мата. Это были пугалки, Гаррис Мод. В соло проходить в 3 раза страшнее, чем с кем-то. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.